Доброе утро. Геркулес. Да. Доброе утро, мои дорогие. Холодное, ветреное. Не знаю, дотает сегодня снег или нет. Ну, что-то хмуроватое утро. Чего ты, Мась? Чего? Ты ж поел. Чего? Чего ты недовольный? Чего мяу-то? Ой, ну ладно. Включаем новый день. Сейчас пойду поем кашки геркулесовой. Да надо чем-нибудь заняться. Посмотрим, что сегодня за погода будет после вчерашних -2. Что-то как-то я сомневаюсь, что сегодня будет 10 тепла. Вон, вчера вам лед показывала, сосульки. Ладно, с добрым утром, мои хорошие. Ой, ты добавил, да? Вот сижу, ковыряюсь. Собираю вот такие вот бусинки. Это такие стекло кракле. Все в трещинках, знаете, как морозное. Очень люблю такие бусинки. Вот сижу, ковыряюсь. Как всегда, начинаю что-то делать. И оказывается, что закончились пины с колечками. Остались только вот такие вот. Да еще и коротенькие. А делать такую двойную работу, закручивать колечки с двух сторон, да еще на таких коротких пинах, как-то радости мало. Вот. Поэтому пришлось из остатков взять длинные пины с колечками. Жалко, конечно, вот такие. Жалко вот такие длинные пины. Но ничего не поделаешь. Делать-то хочется. Вот, а надо мне их много. Поэтому вот привлекла их к работе. Вот, девчонки, кстати, по поводу света у меня тут безобразный. Сверху тень падает. Не знаешь, как поставить. Вот, да, девочки, кстати, вот про перепады температуры и давления. Мне все говорили: ой, Любовь Николаевна, переедешь сейчас в Крым, и здоровье будет, а то эти мурманские перепады. Ага, приехала. Тут перепады еще похлеще. И вообще, я уже говорила, но еще раз скажу. Здесь хорошо, у кого проблемы с дыхалкой. Вот, ну, все знают, что я курю всю жизнь. И у меня в Мурманске были постоянные бронхиты. Вот как называют бронхит курильщика. Вот это вот я по 1,5 месяца кашляла. В общем, кошмар. Здесь нет этого, прошло. Но тут, если у вас больные суставы, это дело плохо. Вот, потому что Алинка моя с артритом сюда приехала. В результате уже 3-й год, как ее нет. Хоть она и молодая была. И я по себе чувствую, да.
Плохо тут с суставами дело обстоит. Так что не для всех Крым хорош. Так, что еще ты хотел сказать? А, не пишите мне, пожалуйста, что инструмент у меня плохой и старый. Очень хорошо сидеть дома на диване. Критиковать и ни хрена не делать. Потому что те, кто делают, знают, что бывает инструмент любимый, а бывает, что вот купила, и через месяц его выкинуть надо нафиг. Поэтому думайте, прежде чем писать, мои дорогие. Вот. А что это будет? Это будет вот такое вот украшение. Это я просто начала сначала без шапочек, потом думаю, нет, надо все-таки шапочек понаделать. Вот. Ну ладно, сделаю, я вам покажу. Это время надо. Так что работаю. Кот с утра поел. Опять шлялся всю ночь. Где-то так. Что-то вообще не фокусируется. Что такое-то? Вот. Нагулялся и теперь спит. Боже, это такое чудное время, когда он спит. Да, еще, кстати. И стол у меня не грязный. Он просто временем и работой побитый уже весь. Сидят тут, выглядывают. Мне все время так смешно на этих людей. Боже ж ты мой! Все вы увидите, что надо, что не надо. А сами-то вы как живете? Алло! В Букингемском дворце, что ли, я не пойму. И у вас-то все прям замечательно, идеально. У кого идеально, те такое дерьмо писать не будут. Ну что, мои дорогие, быстро у вас время пролетело. А у меня не сказать, что прям быстро. Ну вот, сделала я вот такое украшение. Колье такое. И серьги к нему сделала. Если кому-то будет надо более длинные серьги, я сделаю длинные. Ну что, жду ваших комментариев. Как? Не хочет фокусироваться. Они прям вот... Они такие красивые. Я так люблю эти бусины. Уже столько из них делала. Ну что, никаких 10, а тем более 12 градусов тепла нету. Ледяной ветер, холодно. Сопровождающие. Маська. Мяу. Разговорчивый. Сегодня я тебя в доме не закрою. Пообещала я девочкам показать Алинину керамику. Ну, кто-то не видели, снимала я ее давно. И даже не знаю, есть ли она у меня в плейлистах. Вот, так что я вам покажу. Но говорить ничего не буду, мне тяжело.
Просто музыку включу потише, и все. Не судите строго, гончарного круга не было у нее. И она вот все там чашки, миски, она делала ручками своими больными. Поэтому, конечно, там и неровно, и что-то где-то. Вот это стекло расплавленное, и там на дне тоже. Где-то ложечка есть, вот сюда вставляется. Алина Лагерфельд. Thank you.
Такие керамические брошечки. Она делала кукол. Но они все подарены, и у меня есть только фотографии. Очень жаль, что ушла такой молодой. Было бы у нее здоровье, она бы, конечно, развивалась дальше. Много чего могла бы сделать. Ну что, вот только это вроде бы встала, завтракала. Боже ж ты мой, уже темнеет. Вот там уже, ну, заката-то не было, пасмурно было целый день. А вот только уже как солнышко садится, так там край просветлел. Вот ведь, да, вот, девчонки, как же летит время, это просто. Это жизнь так пролетает. Надо же. А у меня наконец-то позвонил мой жилец. Завтра прилетает. Короче говоря, мужик уехал на Новый год и застрял. А потому что что застрял? У него там кто-то дома заболели. Он, естественно, подцепил. И вот отпуск удался. Вот, наконец-то завтра приезжает. Я ему рассказываю, что кот натворил. Что труба там провисла. Он говорит, да ладно, не переживай, сейчас я приеду, сделаю все. Я говорю, ну подвал уже залили. Однако. Ну, вон он лазит, скачет. Ну ладно, хорошо, приедет. Все не так будет одиноко. С ним, правда, особо не поговоришь, но все-таки человек рядом. Ну ладно, мои зайчики. Сейчас хочу еще молнию поменять на кофте. А то я так к ней привыкла, она такая тепленькая, мягонькая. А молния вот сломалась моментально. Ну, это такое производство замечательное. Я вот все время смеюсь, у меня халат есть. Ну, тоже, ну, не флис, но такой же какой-то. Ему 10 лет. И у него молния до сих пор как новая работает. Но почему-то как купишь, что вот этот Василек, что вот эти Узбекистан какие-то. Молнии летят, ну, моментально. Что вот это? Ну, как они их так? Это такие молнии или их так пришивают? Я не знаю, почему. Ну, вот, хочу это самое сейчас молнию еще поменять. Да и так-то то там, то сям, то что-то. Что такое? Что, мяу? Что? Он. Ну, Гулёна. Прям гуляет, гуляет. Ой, и коты к нему приходят. Он раньше там убегал, прятался от них, домой просился. Сейчас нет, все уже. Что-то играет тут, кошки какие-то молодые. В общем, прям все. О, вон. Вон, видите, он сидит. Черный он сидит. Ну, они, правда, приходят еще. Он там рыжий тоже хвост. Это. Они еще поесть приходят. Я их подкармливаю. Вот видите? Вчера было лень вынести мусор. Хотя мусорка за забором.
А так оставлять нельзя, потому что коты же все это раздерут, растащат. Подвесил, вот теперь завтра не забыть бы про этот пакет. Господи. Маська! Мась! Мася! Это все. Нет, за ним не уследишь, как он носится. Так, ладно, мои хорошие. Болтать можно много, а надо идти делать дела. Да и холодно. В общем, никаких сегодня 10 градусов, как обещали. Не было холодно. Вот. Давайте всем хорошего вечера, спокойной ночи. Пусть все у вас будет хорошо. Берегите себя и близких своих берегите. Не трепите нервы по ерунде. Думайте о хорошем. Ладно? Ну и пока-пока, мои дорогие.